Борис Владимирович, только что вы побачили наш русский дом литератора в центре нашего Минска, где праз полгодины почнется вечерина, посвященная вашему высокому юбилею. Это службовый выход Союза письменников, и сразу со всеми наездниками мы и запрошаем вас на вашу вечерину. Ваша публікація. Ми раді. Ось. Я думаю, до вас цей номер потрапив. Ми чекаємо до вас нових публікацій, нових артикулів. Буду вельми тепло зустріти вас за цей артикул. Ну а сьогодні тут буде вечерина. Скільки? Дорогий Борис Владимирович, мы зараз ведем перемовы об нашей огромной идее, якая, коли оживтелится, то и она уже пойдет у нашей сетеводи, и она соправды понесе ваше имя у вечности, в самом соправдном смысле этого слова. Так что вы зараз, эта идея, начиная оживтеляться, и что первые ей кроки сегодня у день вашего народжения.
дожить до вашего наступного 100-годового юбилея. Быков. Яны на фоне знакомитой франкфуртской башни. С правого боку это гимназия, в якой працевал некалі Борис Кит Новагруцка. А там это будинок церкви Анастинтари, которого Борис Кит зафиксовал в себе место. То есть от початку, как бы тут так сказать, просочивается лёд, от початку творчей деятельности и до опошнего шляху его життя. Вот. От Новагруцка и до Франкфурт на Майне, где он повинен быть похованы у свой час. Ён сам себе здоровья, долголетия вам. Чекаем вас, за вас налаживать. Все, можно? Дорогие Борис Владимирович, мы только сегодня с вами днем говорили. Я сказал вам, что в этот светлый юбилей ваш такое свято бывает только, может, раз в тысячу год. Как такой славный человек, со светлым розумом, с такой душою, как он святковал своих 95 годов. Я вельми радуюсь этому. Я щиро радуюсь тому, что вам сподобалась моя поэма. Я завсёды, коли только зазнался про то, что вы есть на этом свете, а это было вельми поздновато. Але добро, что дознался, что такий выдатный человек, наш белорус, есть в этом свете. И с той поры я вас вельми уважаю, вас люблю. И зараз, в этот день, все самые наилучшие почувствия, которые есть вот в этой души, они все идут до вас. Дай Бог вам здоровья. Да. Дорогие Борис Владимирович, мы вот сегодня собрались в доме письменника, уже много людей, я пришел так само, и сердечно вам вас хочу повиншовать вот с такой выдатной датой, юбилеем вас, 95. Нам видим приятно, что вы живы, матеры, со светлым разумом. И ожидаем, как это было еще много-много разов. Как это означали в 100 годы и далее. Ось, и я вельми вам удячны, что вот так життё склалося, что мы с вами посустрелися, познайомилися. И я завсёды до вас великой прихильностью, потому что мне больше всего вас подобается, навык не науковая ваша частка, а вот ваша прихильность до Белоруссии. Не глядя на то, что вас лёс раскидал, и были вы, вот как назвали человеком со света, но на самой справе, да, а после часа были жемчужина Белоруссии. Вот это вельми близко. Я так само вам удячен за то, что вот в опошние дни нашего славутого Василя Быкова вы подтримали его. И он, конечно, был вельми рад и задоволен. Так что щиро вам дякую и ожидаю всего самого-самого налепшего життя, счастья и бодрости.
днями шмат разу повторала основные моменты життя Бориса Кита. Но училище привела. Мы рады, что именно 95-летие Бориса Владимировича проходит на сцене нашей великой зале Дома литераторов. И тому дозвольте первое слово дать старшине Союза Чеченникову Олесю Пашкевичу. Добрый вечер, уважаемые щедры. Вертание Бориса Владимировича Кита на Беларусь отбывается щоденно, щохвилинно. Вот того, заедет он и не развитывался физично с Беларусью. Бо, коли живе на Беларуси хоть один ее громадянин, який памятая и поважая этого человека, значит, и с этим человеком, и с этой краиной Борис Владимирович живе. У этом часе и в этой просторе. А тем больше, коли и на сегодня, дякуючи рупливости тих людей, які поважають, шанують і талент, і громадянську позицію Бориса Кита. Дякуючи цим людям видаються книги. Коли дякуючи цим людям про Бориса Кита пишуться оповісті, робляться зіни гуторки, цим самим значить Борис Владимирович уже не тільки фізично, але в історії був і залишається свідченням самих її найліпших, самих світлих і урочистих її сторонок. Причому, коли я крику наївно, щиро і ласкаво запрошав його на японський юбілей у наш Мінськ, Борис Володимирович мудро усміхнувся і сказав, я приїду, коли Білорусь буде насамреч незалежною. Давайте ще разом на цій вечорині і після цієї вечорини жадати і Борису Володимировичу найхудше приїхати у незалежну Білорусь і вже своє ставлення означить і у цій залі, і в інших залах Мінську і городу Білорусі. Дякую. Першая книга «Вертання», вось, она выкликала шмат удивления и навык неких неприятных волгуков. Мовляв, на что нам потребны те люди, которые некогда покинули Беларусь, уволили эмиграция. И варто сказать, что люди с умовами довелось проявить великую нужность для того, как все-таки написать и другую, больше поширенную книжку «Косвов Беларуса». Вот тут то, что она сделала, есть, и я скажу, что это сделано вернее много. Как на каждого нашего земляка, такого выдатного человека, как Борис Кит, нашлась, большой свой метафизис, вот мужчинский род, потому что нема женского рода в этом слове, то я думаю, что правда наши беларусы зрозумели, что их силы, их воля, их любовь до Беларуси денег допомогнуть нам у сегодняшнем нашем шляху до демократии и свободы. А это началось вот с этой маленькой книжечки. А спочатку была у меня встреча с необычайным нашим человеком. У Нью-Йорка, жителя Нью-Йорка, у доме Матвея Сидьева, выдатного нашего поэта, выгнанца. И я впервые побачила там Бориса Владимировича и приехала до своего сябра, повещевать его с Новым годом. Ну и я там, до речи, оказалась и впервые почувши его неразлучную, приемную белорусскую мову от человека, который володал усилием и володает всеми европейскими мовами. Настолько она была сильной, неразлучной. Я удивилась, а кто же такие Бориски? Хотя уже имя чула, обмазится, мальчик. Як дослідчик я уже упоминала за це ім'я. Ну, таким чином ми познайомилися, Борис Владимирович вертався з Канади, де йому уручили диплом академіка Міжнародної академії астронавтики. Він мені підписав перший свій показ димок. Ну, і потім, об'їхавши у Франкфурт, а на той час я вже жив у Франкфурті, як видатний професор,
Вашингтонского Мариенского университета читал лекции у филиалов этого университета в Немеччине, в Гайдельберге. И довелось мне потом по его запрошению побывать у Франциска на Мане, и он мне начал рассказывать про свое житие. Я на сегодня, когда мне звонит, удивляюсь, вы ничего не записывали, а вы так и все написали. Но я говорю это тому, что ваша особа настолько мне нравилась, что мне все это так отклалось про ваше житие и соправды житие незвычайного человека. Народившись у Петербурга, вернувшись в вольном свете, ставший незалежным человеком, я вдохновил свои таленты, и талент был, конечно, незвычайным. Кончивши Виленский державный университет, и он працевал директором Виленской белорусской гимназии, Новаковской белорусской гимназии, перед вдвоем был инспектором школ по Барановской округе, открывал шмат белорусских школ, змагался за белорусскую мову, культуру, историю, потому что это была заходняя Беларусь под поляками. Сидел, прослеживался поляками. Подчас войны, подчас черговой оккупации, немецкой оккупации нашей амбассадору Джорджу Кролу, який тут присутничает, что я американец, что я люблю Америку, так люблю, как люблю свою Беларусь. И что я плачу податки Америки, не ведучи на то, что живу у Немеччины. А у Немеччины я живу там не потому, что мне захотелось туда переехать, а потому, что меня послали с Вашингтонского университета выкладать математику у университетов Европы. Вот таким чином я так и представлю. Так что я потому, что недавно себе слава вас, я вам прочитаю. Высокоповажаемому сходу. День святкования 95-летия юбилею Бориса Тита. Вельми поважаемые громадяне, рады были бы я сегодня быть разом с вами на этом судовом для меня и для Беларуси сходе. А ведь причину моего древнего здоровья это для меня есть немогчимым. Для что мне найти отповедные слова, как выказать мою великую подяку и организаторам, и всем присутствием на сходе, что порупились прийти на эту урочистость. Дякую вельми и жадаю вам и всем всего самого наилепшего и в вашей профессийной и громадской деятельности, и в особистом житті. Хай Бог тримає заусёды вас у своей милости, вас и весь белорусский народ. Особливо щирое привітання и наилепшее пожадание належить присутним сегодня на этом сходе моему высокому соотечественнику, его эксцеленции, подарю Джорджу Кролу, ша-амбассадору у Республики Беларусь. Для вас особливые слова. И нехай живе вольная и демократичная Беларусь, нехай живе тесная супрацовница и приязнь помеж Беларуси и Америкой. Пошарный Борис Тит, Франсус Намайне. Так что в последние свои годы он был тягом нашего незабывного гениального письменника Василя Зыкова. Я нашел и последние годы Сирины Михайловны Франциски. И вельми добро, что Василий Владимирович, я бы подтверждающий и мое такое предбачение этого человека, я заправды была захоплена его особой, его талантом, его гениальностью. И, можно сказать, первая, не глядя ни на какие размовы, все-таки написала такие книги про его сложный фильм и самый яркий венец того, який это наш правый Беларусь, Василий Владимирович Бытов. Выдатно знал со человечей души, зрозумел, что это за человек перед ним. И живучи уже опошний свой год перед таким самым. Он написал оповеды, записал, вернее, оповеды Бориса Тита у записи Василя Бутова своими вельми судовыми комментариями и дал значение этому человеку во всем свете. И он сказал так, я перше пропоновал Борису Титу рассказывать мне это все, потому что то, что он вызначал историю, вызначал наших дельчев, это было совсем огромное вызначение у обродении от того, как советская идеология гоноровала, так сказать, тех выгнанцев, которые не по своей воле, а из-за тоталитарной системы вынуждены были поехать. И там, правда, дякую Богу, что на початку 90-х годов надарилась такая
вернуть многих выдатных деятелей у нашей сегодняшней истории, как Филиппа Борисова Владимировича Китая. Василий Владимирович Бутов, ну, не то, что вот Ирина Михайловна, конечно, подтвердит. Это были стали такими языческими добрыми собрами. И я говорю, что мне удалось вот эту книгу «Космос Беларуса» выдать найперш это твор Бытова и про нашего гражданина, и про нашу Беларусь. Это очень добро, что Ольга Михайловна Ипатова написала такую выдатную мастерскую документальную оповесть «Светка Стабоздя». И у архива Бориса Владимировича столько не запасывалось разных документов, отзывов, писем, листов самых славутых людей свету. И мы так само их включили в эту книгу. И эта книга «Память не только незабывного Василия Владимировича», эта книга «Память нашему славутому земляку», и эта книга «Увойди», как Борис Владимирович не раз сказал, «Увойди режиссера Беларуси». Дай Бог ему здоровья, дай Бог нам разом с вами встретиться про 5 годов, когда ему будет 100 годов. И я думаю, что он будет с нами и в наступном юбилее, когда ему исполнится 100 годов. Я на это сподіваюся. И он пообещал, я пообещал вам дожить до 100 годов. Книга эта вышла как раз до его 95-годового юбилею. И тому мы сегодня как бы и представляем эту книгу, и представляем ее, и святкуем такую знаменальную дату в истории Беларуси. Дай Бог долгих годов життя, мощного здоровья, выдатной памяти и памяти про нашу батьковщину, нашему славутому Беларусу, нашему славутому Борису Владимировичу Китаю. Дякую вам, что вы пришли и долучились до нашей этой урочистости. Для меня это великий гонор сказать несколько слов на пригожее Белорусское море. Это родное море больше тихо. И сегодня было Бориса Кица. Я чули, он великий громадянин Америки, великий белорус, тузовный наукович и великий громадянин Усоводского. И щиро вам дякую за это запрещение на сегодняшнюю вечерину, посвященную 95-му дню нарождения одного из видатнейших науковцев нашего часа. Для меня эта импреза чудовная максима. Еще раз высказать слово захопления и поваги до Бориса Владимировича, еще раз встретиться за его подличниками и сябрами. Я гнуюся. Я гнуюся тем, что так и видатный сын белорусской земли лишит злучные Штаты Америки своей другой родины. Ответник – это судовное белорусское слово. И оно докладно визначает особы калибра профессора Кита, соправных лидеров, людей с окресленной громадской позицией права доведать и глубоким разумением своей веселой миссии. От имени у всех моих коллег, я представленных звучных Штатов Америки и Белоруссии, от имени усих американцев, от имени американского народа. Я желаю Федору Киту доброго здоровья и плену во усих справах. Дякую за увагу. Вот, не смог приехать сам, и поэтому лист еще подписанный Ницкой Ниной Ивановной, журналисткой, и Демидовичем Алексеем Сидоровичем, письменником, я зачитаю вам уже не весь лист, он не долгий, а я некие ковалки из листа, которые будут не только Василия Быкова, а я, мне кажется, что все-таки некогда будет из них Бориса Кита. Это лист, присвеченный для Бориса Владимировича, а он накерованный до всех нас. Шановный Борис Владимирович, мы супрацовники невеликого покуль першера не только на Гродзенщине, а на пылу Беларуси музея Василия Быкова и сябры Гродзенского городского громадского объединения ветеранов боепрацы войны и сил и
вас 95-летним дня рождения. Не далеки от высоких пышных слов, а я напередовне вашей юбилея дозволь себе всякое переборщение сказать, что вы с Быковым два великих белоруса. Один простер свою розовую энергию вышины, как люди могли тянуть у космичной дали, а другие выбрали для своего таленту человеческое сердце и проник в его духовное глубине своим мастаковским словом правды. И хоть ваша и его праца полягала в разных сферах деятельности, а леду все ровно, как два крылы одной великой и могутной белорусской птушки, якая хоть и во всю еще распастерла свои крылья над землей, а не тримая довольно высоко нашу воду Мельников Николай Александрович, Лицкая Лена Ивановна и Демидович Алексей Сидорович подписали этот лист. Дальше хочу сказать, что тут находится... Безумовно, найцікавейшая частка моего життя – это життя в Беларуси, куда я приехал в початку 20-го года. У Петербурга жить далее было немагчыма с причиной с початку лютовской революции, а после кастрычницкого переворота. Теперь шмат пишется и говорится, что была некая кастрычницкая революция. Але на самой справе не было никакой кастрычницкой революции. Был маленький переворот. Аурора под зимней стрелила, и оттуда все утекли. Але хутка почался великий голод, прокормиться было немагчыма, тому мои батьки вырашили переехать до хаты, на вёску в Беларусь. Спочатку меня отвезли до крылых, у вёску Сапатница, что про 15 километров от Карельцу. Ну, тут я дочекался, пока вернется моя семья, батька и мать. У вёски так само был голод страшенный, выкликанный безумовно войной. Как раз между Карельцами и вёской проходила линия Гинденбурга. Тут отбывались бои, и все было знищено. Мы сомневались, что будет трошки легче, чем в Петербургу, где люди помирали от голода. На жаль, легче не было. Какой мы с вами на сегодняшнем червоне. Координационный комитет белорусов Канады досылает шире решение в 95-летие доктора Бориса Владимировича Кита, профессора Бориленского университета, гонорового доктора Новогродинского университета, академика Международной академии астронавтики, академика и гонорового вице-президента Международной академии наук и мастерства Евразии. Прошедший шлях от селянского хлопчика до директора Белорусской Новаковской гимназии на Беларуси, а после просто супрацовника фирмы до высокого взлета науковца в Сполучених Штатах Америки, вы, Борис Владимирович, мы завжди заставите патриотом Беларуси и стали соправным громадянином свету. Каждый год вашего життя приносит плод человечеству. Были те, кто учился по ваших космических подручниках, и те, кто учился у вас любовью до родимы, родился человеком с великой литеры. И мы желаем вам доброго здоровья, духовной эмоции, а еще как больше и больше белорусов сустракаемся с вами в жизни и на сторонках написанных про вас книг. И отримливали от вас частинку вашей любови до своей мовы и земли. Координационный комитет белорусов Канады и сгуртование белорусов Канады. Я лекции начинал с вершу. Читал Илья Шевича, Хмару, Танка, Арсеньеву. Пригожая верш. Теперь про гимназии. У Польши было 8 белорусских гимназий. Наиболее дельные – Новаковская, Радашковская, Клецкая и Вилинская. У 34-м годе Новаковская была уже зачиненная. Польские влады хотели ассимилировать Заходнюю Беларусь, и яны им зачинялися. Але белорусы родили свое, особливо интеллигенция, якая групповалась по белорусских гимназиях. 4 гимназии – Новаковская, Радашковская, Клецкая, Вилинская – по черде были зачиненные. Хоть все мы змагались за их основанием, родили все, что максимально, как только утримать их. Але это было очень тяжко, бо польские влады змагались против нас. С другого боку, дуже перешкоджали коммунистичные уплывы в Сходней Беларуси. Алеш? Витарально недавно написал поэму про кита наш ведомый письменник Сергей Закур. Мне тяжкая задача. Я не смогу до конца, как скажут, передать свою поэму,
Поэтому дозвольте только некими штрихами ее обозначить. А первое, с чего я хочу начать, мы все радуемся, коли представник какого-то народа живет долго. Мы радуемся всем долго жихарам. Любому человеку, який працює у вёсці, або наставнику, або поэту, або ещё некому. Але мы сьогодні знаходимося на дитячому святі. Мне здається, що такое свято буває тільки раз у тисячу годів. Как чоловік у 95 годів був при таким здоров'ї, як сьогодні, а я тільки сьогодні жив. Говорил Борисом Владимировичем. Как он был с таким светлым розумом, и как он был с такой душою, белорусскую душою, и американскую душою. И он завсёды подкрепливает, что я белорусский американец. И это вельми его уст, но вельми здорово звучит. И еще я хочу сказать, что он зараз уже телефонной сегодня размове сказал так. У вашей поэме мое житё и житё в всей Беларуси. Я безмерно счастливый, что мне присвечены такие выдатные творы. Это, конечно, аванс мне. Я, пробачьте, только передаю его слово. Але мне хотелось в этой поэме соправды показать всем нам, что может Беларусь, коли есть максимости для реализации его стоимости и талантов. Ну а перед ответом еще слово другого человека, детям звел лед в окошние годы жития. Я зачитаю зараз ростки подмову Василя Владимировича Быкова до моей книги, якая, наречь, 10 годов у меня не может выйти. Ну вы, думаю, ведаете по этих причинах, когда не выходит. Але справочи. Называется это «Народ на Голгофе». Шмат якія народы свету і Европы прайшлі свой нерадасны пакутніцкі шлях, шлях беларуса, пакуль выпалілі на светлую дарогу праўды і справядлівасці. Толькі беларусы затрымаліся на тым шляху, не баяздуючыся садамазахісцкай асалодзе ад сваіх нялюдскіх пакутаў, не надта імкнучыся пачуць нават голас Бога і хоць бы зведаць патрэбу, познать, до чего треба имкнуться. Это горькие слова, але они здесь несправедливые. Еще один с Борисом Владимировичем мы говорили про это. Треба говорить правду. За все ты правду. Так лезет, когда будешь говорить правду. Потому что, когда ты манишь, то это все равно рано или поздно тебе вылезет боком. Так скажется народ. Ну а теперь несколько разделов таких самых, может быть, значит, я только называю раздел. Сама поэма называется «Под автора от автора». «Простерни до зорок». Первый раздел «Бульба и крапива». Я только так скажу. За то, что ее на столе уже есть, дякую бульбе и крапиве. Все разделы мои кончаются по дяку. Далее, хата. Не буду читать, потому что я буду экономить час. За то, что должится в истности свято, поклон тебе, белорусская хата. Школа, а вот со школы почитаем. А школа, что польской, то русской, была под проклятым примусом. Свою же на сдержку припуску. Учитесь, белорусы. Однако для разумных и смелых сам гвалт стал подкаткую плюсом. Диктовка была зрозумелой. Учитесь, белорусы. У свисты с политой путом, хлопчок синявокий русы, засвоил душою раскутой, учитесь, белорусы. Двуручництво крутится коло, люд малку становится хлусом. Вернуть в белорусскую школу не хочет, почуль белорусы. Життя млин шируя завозно, млинар посмехается в усы. Учиться николи не поздно. Учитесь, белорусы. Наставник. Кончается этот раздел так. И все ж не сгубился на 9 медок. Дякую, наставник, тебе. Дякую, наставник, за родный родок. Далее. Персона нон грата.
Ясно. У нас теперь так само в нашей стране не шмат персонных данных. Открою. Але за протяг молодой дороги поддержка и вам забойцы открою. Перший. Он был часто першим. Во всему науке. Прокладал шлях нашим землякам. В Америке допомагал им освоиться. За смелость такая удача у верши. Поклон начинальникам. Слава першим. А вот теперь уже будем тешиться. Крылатая математика. Все же все я ставил математику выше за политику. С успомином Бориса Кита. Стяжина скорее на млечный шлях. Выходит по формуле лёсом различенной. И в тих неведомых, дивных краях. Математика выше за политику. В якій ступені ракеты життя, где веры и воли лицо монолитное, где дум чорнотами, честно протяг, математика выше за политику. От правды святой человек постарел, и он истинность убачил очима раскрытыми, быстя интеграл, складами, але математика выше за политику. Спочатку в головах зважки разлад, а потом обшары кривею залитые, кинь позерк наперед и знов назад. Математика выше за политику. На кронах того точки не было. Назвал Кузьмин час недоверчивый без витости. А талент же лучший, гонким крылом. Математика выше за политику. Сам Бог поставляя, водит руку. На грифеле космосу, лишь и литеры. Есть цен глубоким, коротким ростку. Математика выше за политику. Виваж крылатая математика. И если где лежит неведомых, непризнанных, неоплатанных нитей, только в поле сливанных, Петру почестом пустым, як у кого. У стену капитуле замурована капсула часу именем Бориса Кита, якую скрыют проз 500 годов. Гэтым символом гонаруются только люди, якія мають особливые заслуги перед Америкой. У свете, на счастье, есть свой край, где можно легко скинуть пальчатку. Его нияк ты не попрокаешь, хоть треба все начинать с початку. У тем, что разом стал сиротой, что гвалтом выгнан из родной хаты, что крынга слея души пустой, не уже Америка виновата. Вина притуляя, давний ждён, того, кто мая и жар, и мету, усих племен, крути бабелон, бунтує світ молодим імпетом. Не виросте жита на жертве, у його засихає корень млявий, держава талентами живе, я не урожаю велич і славу. Двоїх своє знімає вина і дороже, як ніхто свободу. Без серця ворожих і стіна не рушиться з кожним новим годом. Не дочекався пари, коли не сили, а правди прийде ера. На неспокойной, покутной земле не прыгает, а я чомусь веру. За то, что у белоруса поверила, дякую тебе, Америка. Это заказчик отдела культуры Александр Карачан и директорка краевнавчего музея, где шмат экспонатов и где заховывается архив Бориса Кита, Тамара Вершицкая. Кто из вас будет говорить слово? Тамара Гурова. Калинашка. Я вельми рада, что мою гону подставлять место у Беларуси, где Борис Владимирович Кит мая постоянную прописку. По-перше, наш музей является местом, где заховывается его архив и где у постоянной экспозиции представлены материалы этого архива. По-другое, Борис Владимирович Кит является гоноровым гражданином нашего города. И это означает официальное признание его заслуг перед Новогрудском. Ну и по-третье, але на зонах это я повинна была назвать у первую шаргу, нехай пробачит Америка, але Борис Владимирович Кит лишит Новогрудок самым важным местом у своей жизни, городом, який завсёды стоит на первом месте для его. Так он сказал сегодня и так он говорил завсёды. И я вельми рада, что у свой юбилейный день, у день своего 95-летия,
Борис Владимирович выказал новую идею. Это человек, если завсёды генерировал идеи постоянно, мы ведаем, Кольки усматривал, идеи было реализовано, и нашли Кольки чудовных идей для Беларуси, для Новогрудска, и для инших малых, але знатных городов Беларуси. На жаль, дагэтуль не знайшлі сваёй рэалізацыі. Але вось сёння ён сказаў, што ўсе сілы, якія ў яго засталіся яшчэ ў жыцці, і ўвесь час, які яму яшчэ адводзіць Бог, ён прысвеціць таму, каб зрабіць навасадак гравітацыйны цэнтр. Ён карыстаецца навуковай тэрміналогіяй. Ён сам заўсёды быў гравітацыйным цэнтрам. Для беларусаў у Нью-Джерсі, дзе ён засноўваў і гуртаваў вакол сябе беларускую эміграцыю. Ён быў вялікай апорай і падтрымкай для спадара Юрыя Попкі, калі ў Нямецчыне, у горадзе Лайне ствараўся адзіны у Германіі беларускі музей, які дзейніча яшчэ і сёння, і кіраўніцтва гэтага горада, а горад Ляйна, дзякуючы Барысу Владимировичу Кіту, з'яўляецца нашым горадам-пабрацімам, гаворыць сёння пра тое, каб перадаць гэты музей у Беларусь, такая была ідэя. Вось, ну і я вельмі спадзяюся, што сапраўды ідэя зрабіць на вас гравітацыйным цэнтрам у спалучэнні з іменем Барыса Кіта знойдзе свое увасабленне у абсолютно конкретным проекте. Может, это будет той проект, про який мы сегодня крыху почали уже с вами говорить. А вы же это пошептались. Может, это будет нечто иное, але Борис Владимирович думает про нас, и он живет белорусский. И не глядится на то, что он купил себе уже место на мозгах у Висбадене, он ведает, где он будет похованы. Ён кажа, гэта руская зямля, таму што рускі цар купіў гэтую тэрыторыю, заплаціў за яе грошы даўно. Але мне здаецца, што чалавек залежыць таму месцу, дзе яго сэрца. Дзе яго сэрца з намі, значыць ён будзе з намі сэрца. Старшыню клубу спадчына спадару Анатолію Белаву. Калі ласка, Анатолій Белаву. Профессор, я прошу прощения, потому что мы представляем, что не только клуб спадщина, але и комитет ушанования. Але некольки слов я хочу початку сказать. Тут говорили про кита и указывали те великие заслуги, какие он сделал. Ну и говорили. Может, вам лепше? Вот. И еще вот. Я это делаю сюда. И говорили о тех книгах, какие зробили у гонор кита. Я хочу сказать, что есть и другая ипостась человеческой деятельности. Это мастерство. Потому что мастерство, когда выставляешь образ того сильного человека, вот. Это входит уже так само в историю культуры. Вот тут все познают их. Вот есть медали, есть помники, и это далее. Есть музеи. Вот тут говорили про Новоржевский музей. Старый дорог так само створен музей. Там есть и помник Василию Быкову и Киту. Там есть такая это зала Василия Быкова. И там есть это самое стенды, присвеченные Киту. Так это значит, что вот гимназия – это початок деятельности Бориса Кита. И вот его опоршнее, так сказать, дай Бог ему еще долго-долго жить, а вот это той Вальбаден, это той собор, где он завещал себе похоронить. Вот и вот на этой картине адресована вот эта вся его творческое лицо. И самое главное, что самым великим белорусом свету Борис Кит, а великий белорус и Василий Быков. Ну вот, это несколько вступно. Устроил практику вознагороджения
людей за великие заслуги перед батьком. Сирот людей, якія мы нагороджуем, есть и такая поважана в нашем громадстве, в нашем громадстве категории, как науков. Мы долго думали, яким медалем узнагороджувать науковцу. И пришли до заключения, что таким медаль повинен иметь имя Бориса Тита. И вот сегодняшнюю нагоду, 95-летие дня рождения Бориса Тита, мы решили выкористать, как узнагородить вельми талановитого ученого с Городенщины Александра Островского. До сегодняшнего дня медалем Бориса Тита узнагорожены три человека. Это сегодня у нас будет четвертый человек с такой узнагородой. В связи с этим я прошу Александра Островского университет является доктором медицинских наук. А кроме великих заслуг у российской медицинской науки и подготовки кадров, он еще занимает высокую громадянскую позицию по жизни нашей страны. Его ведают за активную дел по громадским жизни не только городянцы, а и многие медали. У тем лику и мне доводилось с вами знакомиться года три тому назад, когда вы рисковались до симпозиума об разностайности культур и мов. Тогда вы присутствовали на сессии, которая была присвящена народной адвокации. Ваши? Кому? А его не ма? Нема. Нема, да. Мы можем на конференции ходили. Может быть. А я бы хотел после помощи нема, как было бы себе. Хоть мне будет час у отказ, мне сказали до бесконечности, но я зрозумел, что две филины больше не идет. Это у меня не первая медаль. Были такие медали, которые я сам себе давал, ну, в детстве. Молодой, мне довелось вырезать молодого человека. В нем мне тонул. В прошлый раз он, видать, вынырнул за моей спиной, когда я подбегал. Думал, и мне капец, но удалось вытянуть. И куда я не звертался, так просто сам себе вот образование человека у такой беде. Выучили все это. Я хочу клуб спадщина узнагородить от себе, или сказать, подаровать от себе. Ну, побежавшие два реферата диссертации вытянуть на белорусской мове. Раз этой книжки. Это два. Ну и про себе все, подарунки все, про нас. 30 секунд про нас. Мы находимся в ауре Бориса Тита, мы находимся в ауре Василя Быкова, турна якого тут стояла. И они глядят на нас, кто за межи, кто с того свету. Вот. И не глядя на то, что Борис Тит, вы бачите, реализовался за межой, в Америке, и он все равно повернутый тваром сюда. Он чекает, покуль тут отбудется людское житье. И он ведает, мы ведаем, талановитый народ, выдатные, здольные люди. Одна наша беда только в том, что мы живем ближе всех инших краин до такого центра, как Москва. И никак не можем стать соправными людьми и начать раскрывать свой потенциал и кожное особисто, и все громадство в целом той, які в нас шалану, які нас ведуть. Там расплавутого моменту – это наша незалежность. И незалежные державы працювати значно легше, ніж було в Титу під різними окупаціями. Ви пам'ятаєте його історію. Радянська, Австрійська імперія, потім польська держава, потім німецька окупація і так далі. І більшість нашої еміграції все рятує
для того, каб гэтую незалежнасць мы атрымалі. Тым ліку гэтым займаўся і Барыс Кіст. Бо некаторыя палітыкі, асабліва расейскамоўныя, кажуць, што незалежнасць звалілася на беларусаў з неба, як тая цагліна на мінака. Нічога падобнага. За эту незалежность почали смагаться еще повстанцы Костюшки в 1794 году. Потом повстание 1630-31 года. Потом повстание Костюся-Калиновского. Первая революция 1905-1906 года. Людовская революция. Потом обвешивание БНР в 1917 году. И все это три этапы, которые привели нас до незалежной державы. И вот дякую с таким людям, как Кіст, мы живем с вами в незалежной державе. Мы за на весь свет ведомые, как люди, которые могут дать свету не только таких знакомитых людей, как Марк Сагал, как Адам Мицкевич, как Достоевский, а и таких людей, как и Борис Кіст, который никогда не сурался своей белорусщиной и подкреслил это своим судовым мовлением, своей мовой. И вот зараз эта мова звучит в этой зале, и мы можем пожелать Борису Кісту не только дожить до 100 годов, как поляки кажут, 100 лет, а прожить еще и более. Чему бы ему не стать самым знакомитым долгожителем в свете? Ёж же люди, которые живут и пожелают. И скажем еще, так, ему пожелаем, вообще, и он подъедет еще один всесветный рекорд и станет самым знакомитым долгожителем Европы и на всем свете. Хай живе им 20 год и более. Живе, Борис Кіст, живе Беларусь. Дорогий профессор Кіст, обвиняю праву сябру Белорусского культурно-громадского клуба Сиднеи, это далеко в Австралии, поделите, переказываем вам наиживейшее пожелание на годы вашего 95-го юбилея. Хотя особисто вас ведут немногие наши сябры, а не ваши науковые достижения, докладно ведомые с выданием «Спадарный савик», а так само с оповедом доктора Славы Леонченко и вашего благоучения Михася Лужинского. Дарыча, вон я листы, дозволю себе на хвилинку перерываться с оправды, у Новаковском музее, считается ведь интересного сегодня много, и сама особа Михася Лужинского, и наша оправды так само выданная особа. Процессу Далин, тешимся и гонорюмся вашим укладом у галину международной астронавтики и думая того, что вы годно писали имя белоруса, белорусской великой литеры, у эту науку. Желаем вам 100 лишних годов. Живе Беларусь! Вот ни одному человеку я не присвечала, скажем, на двух вершу, а тут 45. А не так стало, что я несколько его за годом приезжала в Немеччину, по разных причинах, и сустракаючись с Борисом Владимировичем, за все так наснялося, что Владислава сделался некий верш. И вот у моей книги, в этой книге, задорожно, пошли моя книжка вершу, я вместила только три верши, присвященные Борису Кісту, и один из них я бы хотела прочитать на закончение такой официальной части нашей вечерины. Верш этот называется «Наставник». Я его написала после наведывания у Маницы, собору и прочитали его на другой день Борису Владимировичу. Доктор Кіст, запаливая свечку у Майнинском соборе, заблудился рыха в вышинях конежных присад, злочно бискупы змышал глядясь, может, кликал который, но всход на язычников, колки стагодзил назад, за высоким ирбом, цианичая формами веку, что на месяц узнял человечей горсткость и плод, взяя зорко над ним, тяну, что дремая веку, да не взглядеть ее, не тутейшее в это светло. Мы все не будем я на, и на взлетом вандровым, на гостей, что жило, и сегодня живя, на старелевским хлопчиком, что выгоняет корову, и держит босонож по пятосенней тягучей траве, не запаливая свечку, и темно кутки отступая, як осила у долгим житті ее надужвал яєдніє квот, а найбольш на родіння, якая аж мурує рушення, тільки чужих признає, тільки не відвертається у сім'є далі і вистукує серце, я ще чи можу помогти, як усе, що чужими душою не пропали,
our friends in Belarus and your fellow countrymen here, and myself as your countryman, that it was a great honor for me to represent the interests of the United States, hopes and dreams of the American people, of which you are a part, of which Belarusian people are a part. So I wish you a very happy birthday and many more years. And Живи Азлучные Штаты Америки, Живи Борис Тит, Живи Беларусь. Борис Владимирович, я вас вітаю з вашим славним 95-летием. Всего вам найлепшего и живите долго-долго для нашей Беларуси. Значит, дорогие подарки, у меня есть несколько литературных премий, але ваши найдорожейшие. И это в этом шерогу премии имя Франциска Булусевича, которую я отримал от Белоруссии Франциска, премии имя Владимира Короткевича, которую количество я отримал от выдавецтва «Мастацкая литература». А вот тут, в этой зале, Дома литератора, где мы сегодня изготовим ваше 95-летие, неодноразово со сцены на литературных вечеринах говорили, что наши белорусские женщины на радость усім нам, наши пригожие, талановитые белорусские женщины, живут вельми долго. Гадзілі Семёны Зоські Вера, Наталі Арсеньевы, Констанцій Буйла, якія дажылі амаль на 100 гадов. Але ваш прыклад, дарагі падаркі, пераконвае, што і нашы беларускія мужчыны могуць жыць доўга, калі іх натхняе, калі іх трымае на гэтай зямлі талент, калі іх натхняе вера ў будучую демократычную европейскую Беларусь. И тогда, когда я отримливал вашу премию, я пообещал присутным и журналистам потом в интервью, когда я пообещал, что я так само доживу, до не меньше, чем до 90 годов и заснуюю премию имя себе самого, как это зробили вы. Шановный господар Борис, кит наш гонор, наша слава и наше сподевание, наша надея. Мастак Микола Купава звертается сегодня до вас. Я уже давно собираюсь вам написать лист с широким признанием про то, что уже у меня в голове уже есть композиция, которую я буду робить. Концептуальная задума – это мастацкий твор, это уже вот оно надошло, наспело. И тому, конечно, я еще официально до вас вернусь, мне не хапает нескольких материалов, неких дымков с вашего маленства, и, может, молодости, и на космичную тему. Это будет все увязано помеж Белоруссию, мир, Карелич и Новоградов и Сусвет. Дякую вам за то, что вы идете. Шановный Борис Владимирович, так сталося, что я не смог присутствовать на вечерине, которая отбывалась у вашего народного литератора, а я получаюсь от веншования, которые там прозвучали, и хочу подарить вам одну из своих песенек, которую написал на свой день рождения, а я делюсь в ваш день рождения ее с вами. Завод, и помылок былых от рута, взял он чай.
нас людей. Спасибо за все, это было его место, там было мое, тут сидели всякие сябры. Эти все книжки выдадены уже теперь, пришли. Больше российских, а живется белорусских трохи. Тут всякие сувениры, трохи. Вот так мы тут и живем. Это так само Василев куток еще. А это у Польши были коли дни Василя, по початку, мабуть, месяца, то оттуда привезли хлопцы. Буклеты, плакаты, все такое. Вот это тут так. А теперь мы перейдем до его кабинета. У его кабинета там трохи там. А это куток уже? Ага. Это куток Василевого кабинета. Стол. Ну, тут было и так, и не так. Теперь парадку нема, бо все приходится копаться, нечто шукать, некому нечто знаходить. Вот и ваш альбом, Борис Владимирович. Первый альбом, который вы подписывали, Василя за полицей. А вот и эти книжки, и «Космос», «Белоруса», люди, и «Громадянин», все тут есть. Вот так. Ну, Владимирович, что могли, показали. Бабыть, шмат было знакомых вам имену, твару. Все были вельми щири, вельми. Добро говорили про вас. А я вот тут за телефонами. За все заберу так трубку и кажу каждую неделю. Доброй раницы, самого лепшего. Дякую вам за вас, Борис Владимирович. Постарайтесь быть здоровым, бодрым. Поспеху вам. Обнимаю вас. Все.